Почему вот на этой территории, территории Екатеринбурга, как ты думаешь, и ставит ли этот вопрос в фильме «Ювастер»? А мы в прошлый раз тоже об этом говорили. Ну, и мы не нашли ответа. Не решился, что-то изменилось за эти годы. Самоцветы. Был журнал «Уральский следопыт». Есть он еще, нет? Не знаешь, давно там. Может быть, это и есть ответ на вопрос. Нет, они же до сих пор поставляют. Вот до сих пор там какая-то... Уральские самоцветы. Я Козырева спрашивал, тоже не знает. Он же оттуда родом. Чайф вот нам напоминает. Чечерина. Тут, знаешь, мне кажется, иногда, если действительно поразмышлять на эту тему, может быть, это связано с обособленностью определенных регионов, которые вот поставляют там делать больше нечего. То есть сейчас все приличные музыканты из Екатеринбурга уезжают, правильно я понимаю? Кто если делать в Екатеринбурге нечего, то тогда, получается, любой приличный музыкант должен оттуда выдвигаться, чтобы Мы здесь. Как-то представлять себя в аудитории. Более-менее приличный музыкант, вот, пожалуйста. Слушайте, спрашивают, где интересный можно вопрос, будет найти на который ответа, да. Именно это электронное звучание. Именно это электронное звучание можно будет найти на сайте Серебряного после того, как мы выложим контент, потому что мы его снимаем на всякий случай, и звук тоже там все будет. Как только закончится ваш концерт, к вам подойдет тот самый Гоша, который вам дал воду из Дагестана с опросным листом, чтобы вы написали название песен, что вы не против, что они будут звучать. Это традиция у нас такая. Так что да, на нашем сайте можно будет услышать. Ну, если вы не против, конечно. Совсем не против. На самом деле у нас есть концертные программы «Безумные пляски» и «Электрика». И вот если вдруг вы видите афишу, и там написано «Электрика», это вот значит, мы будем втроем с пацанами делать вот такую музыку. Mm-hmm. Продолжим, ребят, ну, чтобы не обрывать песни. Несуразные. Теперь говорить можно честно. Время иссушает странности и ставит все на место. У меня от вас зуд и желание выпить, напрочь не совладать с постом. Оголтело прижаться со всей моей прытью, груди на клетке своим крестом. Мне с вами говорить хочется, без касания и без всякой тонкости. Голые до самых косточек, в любой выбранной плоскости. Мне с вами гулять по дому, вспоминать то, что было сказано. Мне нравится ваша выправка, и я... Несуразная. Меня будто на мясо пустили, в острозубую страсть и пасть. Но я знала, я Бастилия, а ей суждено было пасть. После вас здесь проходят тысячи, смеются, нелепо горцуют, написали на моем пепелище. Здесь танцуют. Мне с вами говорить хочется, без касания и без всякой тонкости. Голые до самых косточек, в любой выбранной плоскости. Мне с вами гулять по дугу, вспоминать то, что было сказано. Мне нравится ваша выправка, и я несу разная. Улыбка острая, незнакома с отказами. Я научу своих сыновей кадрить женщин вашими фразами, чтобы дерзкие, как боги, красивые, истребляли их вмиг, чтобы строили не планы, а молниеносный блицкриг. Мне с вами говорить хочется, без касания и без всякой тонкости. Голые до самых косточек, в любой выбранной плоскости. Мне с вами гулять под руку, вспоминать то, что было сказано. Мне нравится ваша выправка, и я несуразная. Мне с вами говорить хочется, без касания и без всякой тонкости. Голые до самых косточек, в любой выбранной плоскости. Мне с вами гулять под руку, вспоминать то, что было сказано. Мне нравится ваша выправка, и я... Несуразная.
Алоэ Вера концерт 21 мая в Москве.